Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В приоритете социальная политика, образование, здравоохранение. В Самарской области приняли бюджет на 2023 год. Сезонные ярмарки у музея Алабина и ДК «Октябрь» завершили свою работу, где теперь можно купить продукцию от фермеров в Самаре. Отработали действия по эвакуации людей и тушению условного возгорания. Сотрудники МЧС провели в Театре оперы и балета пожарно-тактические учения. Неограниченные возможности для творчества. В областной столице состоялся заключительный концерт городского фестиваля для детей с особенностями здоровья «Мир, в котором я живу». Мороз спорту не помеха. Жители Самары вышли на мастер-класс по скандинавской ходьбе, который состоялся в парке Гагарина. Самарская губернская дума приняла во втором чтении бюджет на следующий год и плановый период следующих двух лет. В 2023 году доходы в областную казну составят 242 миллиарда 751 миллион рублей, расходы 267 миллиардов 844 миллиона рублей. Дефицит бюджета превысит 25 миллиардов рублей. Значительную долю расходной части планируют направить на финансирование социальных отраслей экономики. 65,5 миллиардов рублей на реализацию социальной политики. 52,5 миллиарда на развитие сферы образования, более 21 миллиарда на здравоохранение, почти 20 миллиардов на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды. В Самаре идет разработка стартового котлована для новой станции метро. Работы на Галактионовской ведутся с опережением графика. Максимальная глубина котлована, где в дальнейшем предстоит смонтировать тоннелепроходческий комплекс, должна составить 21 метр. Сейчас рабочие не докопали только 50 сантиметров до основания. Это сделано для того, чтобы провести подготовку к бетонированию ложа. Рабочие монтируют металлические пояса, которые станут каркасом котлована, удержат сваи, ограждающие конструкции в неподвижном состоянии. В стадии крепления последний, третий пояс. Позже котлован передадут под монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. В дальнейшем щит начнет проходку к станции Алабинская. На стройке трудятся около 150 человек, а когда начнутся основные работы, количество строителей планируется увеличить при необходимости до 400-450 человек. Во время проведения подземной проходки за состоянием близлежащих зданий будут следить. Автоматизированные комплексы снимают до 1500 показаний в сутки. Сейчас они работают на зданиях в районе строительства по Галактионовской, в том числе на здании Самарского академического театра оперы и балета. Датчики показывают, что все в норме. Специалисты подчеркивают, что ни одно масштабное строительство не обходится без неудобств. Но они временны. И в числе приоритетных задач – минимизация неудобств, связанных с возведением новой станции и сопряженными работами, в том числе по переустройству инженерных коммуникаций. Станция театральная свяжет удаленные районы Самары, в том числе Безымянку, Юнгородок с исторической частью города. Весь путь в подземке будет занимать 20-25 минут, а поезда будут ходить каждые 7-8 минут. Мы видим, что город перегружен. Все больше и больше автомобилей частного транспорта, городского наземного транспорта в нашем городе. И станция театральная, она просто необходима. Она разгрузит вот эти потоки, вечные пробки, которые стоят. Ну и все ждем с нетерпением открытия этой станции, потому что она свяжет и Безымянку, дальние районы с центром города. И это очень удобно будет для тех людей, кто живет на окраинах. А задача у нас – это развивать окраины. Ситуацию с детским травматизмом на дорогах, а также с самокатами, неправильное использование которых порой приводит к ДТП, обсудили в Самаре на комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Что делают сотрудники профильных ведомств, чтобы сократить число аварий, расскажем в следующем сюжете. 123 дорожно-транспортных происшествия с участием детей зафиксировали сотрудники ГИБДД за последние месяцы в Самаре. В 35 случаях пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Один ребенок погиб. Начиная с сентября и по ноябрь у нас фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий, потому что в течение лета дети немного забывают правила дорожного движения, и пока втянутся в учебный процесс, повторят правила дорожного движения, конечно, у нас наблюдается рост. В администрации Самары на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, прошедшей под руководством первого заместителя главы Владимира Василенко, обсудили меры, которые помогут повысить безопасность на дорогах, в том числе и с участием несовершеннолетних. При этом сотрудники госавтоинспекции продолжают профилактическую деятельность. Проводят совместные с родительскими комитетами мероприятия «Родительский патруль», а летом на постоянной основе продолжает свою работу «Автогородок» и лаборатория безопасности. Так, в июле-августе 2022 года было проведено
24 профилактических мероприятия с применением мобильного комплекса. В летний период сотрудники ГИБДД фиксировали и происшествия с участием самокатов. Чтобы ограничить места, где можно гонять на самокатах, городская администрация и частные организации, занимающиеся сдачей в аренду электротранспорта, летом подписали соглашение. Там указано, в каких зонах можно передвигаться на электросамокатах, в каких запрещено, а в каких можно ездить с ограниченной скоростью. Это соглашение, оно применяется только к прокатным, к арендным электросамокатам, а есть еще, может быть, их не так много в сравнении, но они есть, это личные электросамокаты. Сейчас ситуация меняется, у нас в октябре принято изменение в правила дорожного движения, которые действуют по всей стране и распространяются вообще на всех. В правилах дорожного движения после поправок появилась новая категория транспортных средств. В нее попадают электросамокаты, моноколеса, сегвеи и другие подобные индивидуальные средства передвижения. В связи с изменениями в правилах на совещании по обеспечению дорожно-транспортной безопасности обсуждалось введение новых дорожных знаков. Вопросы, связанные с обеспечением безопасности на дорогах, одни из самых приоритетных на сегодняшний день. Город растет и развивается. Движение как для транспорта, так и для пешеходов становится сложнее. При этом безопасность на дороге зависит от всех участников движения. Александра Гусева, Константин Головин. События. Придерживаться ПП или правильного питания не так-то просто. Чтобы у городских жителей была возможность купить так называемую здоровую еду, ежегодно в Самаре проводятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки. С начала сентября до прошлого воскресенья жители областной столицы могли побывать на торговых площадках, расположенных в районе музея имени Алабина в центре города и около ДК «Октябрь» на мехзаводе. С наступлением холодов продавцы из палаток перебрались в крытое помещение. Теперь приобрести продукты можно на муниципальной ярмарке в районе пересечения улиц Киевской и Тухачевского с 8 утра до 8 вечера с четверга по воскресенье. На Алабино и у ДК «Октябрь» у нас ежегодно проходят сезонные ярмарки сельскохозяйственные. Очень пользуются популярностью жителей, мы получаем от них просьбы, соответственно. В том числе это популярно и у самих фермеров, так как большой наплыв людей происходит, и они успевают расторговаться за меньшее количество времени, продать большее количество товара. К новогодним каникулам Самарский академический театр оперы и балета подготовил яркую программу. Чтобы ничто ее не омрачило, в Сатобе прошли пожарно-тактические учения. Подробности в сюжете Александры Гусевой. Тушение огня и спасение людей из задымленного помещения для них обычное дело. Вот и сегодня работа ведется по знакомой схеме. Есть лишь одно «но» – реальная угроза отсутствует. Скоро наступят долгожданные новогодние праздники, и театр станет центром притяжения для огромного количества людей. В избежание проблем в случае экстренной ситуации руководство Самарского академического театра оперы и балета совместно с Главным управлением МЧС России приняли решение о необходимости проведения пожарно-тактических учений. Основные цели, которые мы ставим на учениях, это проверка работоспособности системы оповещения, порядок организации эвакуации зрителей и персонала театра, действия пожарных подразделений по обнаружению, по локализации, ликвидации очага пожара, а также действия пожарных подразделений. Подобные тактические учения способствуют усовершенствованию профессиональных навыков личного состава при тушении пожара на объекте с массовым пребыванием людей. В учениях приняло участие 85 человек и 17 единиц техники. Пожарные учения – тренировка не только для сотрудников безопасности, но и для работников театра, ответственных за пожарную безопасность. Первая наша основная цель – это обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, которые работают в этом здании и которые приходят на спектакли, концерты и театрально-концертные мероприятия. Вот. Поэтому совместно с сотрудниками мы приняли такое решение, и наша основная цель – довести до автоматизма действия людей. В штате театра насчитывается около 800 сотрудников, в здании – около 1000 зрительских мест. Отработка схемы взаимодействия дежурного персонала и администрации театра, аварийных служб и служб жизнеобеспечения города необходимы. Пожарно-тактические учения прошли успешно, работа велась слаженно и продуманно, отметили в областном главке МЧС. В дальнейшем такие учения планируют проводить каждые полгода. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.
Самаре силовики нагрянули на овощебазу в Кировском районе, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. Рейд проводили сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с ППС и участковыми при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Как выяснилось, у 18 мигрантов необходимых документов для работы в России не было, сообщили в Главном управлении МВД России по Самарской области. По-русски не понимаете? Понимаю, просто разговаривать. Часть мигрантов отделались штрафами. Судьба 5 человек решается. Они могут быть выдворены из страны. Овощебазы силовики проверяют в Самаре регулярно. В октябре они обнаружили 23 нарушителя миграционного законодательства. Ограбление, которое попало на камеру. Ночью в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что час назад в ходе конфликта случайный знакомый вырвал у него из рук телефон и скрылся. Потерпевший в баре познакомился с мужчиной, распивал с ним спиртные напитки. А затем они вышли на улицу, где между ними произошел конфликт, результатом которого и стало похищение телефона. Сотрудники следственной оперативной группы на месте происшествия опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видео наблюдения. Заявитель подробно описал полицейским внешность злоумышленника. Сотрудники органов внутренних дел предположили, что хищение сотового телефона совершил 37-летний безработный житель Ставропольского района, временно проживающий в Тольятти. Мужчину задержали по месту жительства. В присутствии понятых изъяли у него похищенный телефон и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы. Далее коротко о других темах дня. В России с 1 декабря запустят цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Страховые организации и медицинские компании получат доступ к базе данных пациентов, обращающихся через ОМС, для получения информации об оказании помощи. Данные сведения также будут доступны для граждан на госуслугах. В сервисе нужно будет получить штрих-код. Вместе с ним и с паспортом можно будет ходить к врачу без обычного медицинского полиса. Также теперь медорганизации будут информировать местные страховые компании о том, какого пациента приняли, о выборе клиники, врача, диагнозе, объеме помощи и так далее. В России продолжится реализация проекта по созданию системы жилищных сбережений для накопления первого взноса по ипотеке. Об этом говорится в документе Центробанка. По данным регулятора, система позволит россиянам накапливать первоначальный взнос на специальном счете жилищных сбережений, чтобы в дальнейшем получить ипотечный кредит на условиях, зафиксированных при открытии такого счета. Также в Центробанке заявили о планах распространить систему страхования вкладов на средние компании и социально ориентированные некоммерческие организации и профсоюзы. Самарские правоохранители призывают жителей не доверять лжесотрудникам банка, которые убеждают перевести деньги на безопасные счета. Жительница Самары 1971 года рождения, сотрудница машиностроительного завода, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Незнакомец убедил женщину, что для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на безопасный счет. Жительница выполнила требования и подарила злоумышленнику более 4,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой и не предлагают снимать деньги со счетов. Поэтому при поступлении подобных звонков следует прервать разговор. В России предложили создать биржи труда для подростков. С таким предложением выступила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Для реализации этой инициативы, вероятно, будет сформирован пул компаний, готовых брать на работу подростков 14-15 лет. Такое трудоустройство должно длиться не больше нескольких часов в день и при этом не вредить учебному процессу. Отмечается, что инициатива возникла в ответ на запрос самих подростков, которых очень интересует возможность подработать на летних каникулах. Эксперты назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году. Отдыхать будет выгоднее в марте, во все летние и осенние месяцы, а также в декабре. Денег можно будет получить больше с учетом отпускных и зарплаты. А вот работать лучше в январе, феврале, апреле и мае. В эти месяцы зарплата будет выше отпускных. При этом, если захочется продлить отпуск, а не заработать, то имеет смысл отдыхать между выходными и праздниками. Можно, к примеру, взять отпуск всего на 4 дня, со 2 по 5 мая, и таким образом
образом не выходить на работу 11 дней подряд. По словам экспертов, нужно помнить простое правило. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск. Если отпуск попадает на нерабочие праздничные дни, они не идут в счет отдыха. Это касается январских каникул 23 февраля, 8 марта, майских выходных 12 июня и Дня народного единства, а также дополнительных региональных праздников. В расписании международного аэропорта Курумыч вновь появились рейсы в Таиланд. С 1 декабря к полетам на данном направлении приступает авиакомпания «Азур Эйр». Вылеты в международный аэропорт Утапау запланированы с частотой один раз в 10-11 дней. Рейсы будут осуществляться на самолетах «Боинг» 767-300 вместимостью 336 мест, рассказали в пресс-службе Самарского аэропорта. Продолжительность полета составит 8 часов. Яндекс.Путешествия назвали дешевые направления для поездок из Самары на поезде в декабре. Из Самары дешевле всего будет уехать в Сызрань 432 рубля, в Пензу 699 рублей, в Оренбург 747 рублей, в Саратов 898 рублей и в Уфу 973 рубля. Для сравнения, из Москвы на поезде можно уехать в 5 городов других регионов меньше, чем за 1000 рублей. Самыми недорогими для коротких путешествий оказались Калуга 633 рубля, Тула 822 рубля, Рязань 850 рублей, Вязьма 869 рублей и Ярославль 950 рублей. Даже мороз не стал помехой для участников утреннего мастер-класса по скандинавской ходьбе, который прошел в парке Гагарина. Акцию приурочили к Международному дню инвалидов. Традиционно отмечается 3 декабря. В мастер-классе приняли участие не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и пожилые жители из всех районов Самары. Тренировка прошла под наблюдением опытных инструкторов. Подробности в сюжете Михаила Ермоленко. Скандинавская ходьба – полезный вид лечебной физкультуры. Регулярные тренировки на свежем воздухе активизируют не только мышцы ног, но и мышцы верхней части тела. Сжигается на 46% калорий больше, чем во время обычной ходьбы. Улучшается работа сердца и легких. На первый взгляд, скандинавская ходьба легка в освоении, рассказывает Светлана Золотарева, инструктор с 7-летним стажем. Однако все не так просто. Для достижения результатов важно выполнять движение правильно. Одна из самых распространенных ошибок новичков – работа локтями во время ходьбы с палками. Необходимо начинать движение именно с плеча. Когда мы вовлекаем движение плечо, мы в то же время у нас начинает работать лопатка. А лопатка, она очень сильно влияет на оздоровление сердечно-сосудистой системы. Все премудрости скандинавской ходьбы опытные тренеры объясняли на мастер-классе, который прошел в парке Гагарина. Акцию приурочили к Международному дню инвалидов, который традиционно празднуется 3 декабря. Тренироваться на свежем воздухе вышли не только люди с ограниченными возможностями, но и пожилые жители города. Всего более 70 участников из всех районов Самары. У этих людей есть возможность показать себя, ну, например, в скандинавской ходьбе, пообщаться с другими людьми, выйти на улицу, хорошо провести время. Департамент физической культуры и спорта Самары уделяет особое внимание активному досугу людей с ограниченными возможностями. На протяжении года проходят разные соревнования. Спартакиады, детские спортивные праздники, сезонные чемпионаты по разным видам спорта. Со следующего года, да, стартуем мы зимой с детским, в феврале это детский праздник для детей-инвалидов. Потом весной у нас будет проходить спартакиада инвалидов по медицинским классам. Весенняя спартакиада начнется с городских соревнований, на которых определяются сильнейшие спортсмены. Затем уже сборная Самары поборется за награды на областном чемпионате. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Уникальные поделки из винтиков от часовых механизмов, картины из пуговиц и бусин. В Самаре прошел заключительный концерт городского фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу». А в фойе ДК можно было увидеть творческие работы ребят. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Продемонстрировать вокальные хореографические способности, удивить картинами и рукоделием. Все это смогли сделать участники фестиваля «Мир, в котором я живу». Он объединяет ребят с ограниченными возможностями здоровья. Стасу Ямину 12 лет, увлекается созданием подделок третий год. Из маленьких деталек, ненужных, сломанных игрушек, шариков, болтиков Стас создает свои шедевры. Сегодня привез на выставку свои самые лучшие работы. Вот эта подделка в прошлом женская туфелька. В руках юного мастера преобразилась и теперь красуется на выставке. Но самая сложная работа Стаса – это глобус. Я его делал примерно 3 занятия. Мне помогали ребята. Это командная работа, в общем. Вот тут все расклеено, дно и все континенты были тоже расклеены.
Вот. То есть вода не затронута, а всеконтинентная, вся земля была затронута. Нам когда-то очень сильно повезло, и знакомый часовщик закрывал свою часовую мастерскую и отдал нам много деталей. Мы до сих пор с радостью ими пользуемся. Уже, наверное, лет 8. Вот уже 7 лет Виктория создает настоящие произведения искусства, используя только пуговицы и бусины. Это очень кропотливая и тонкая работа, ведь каждый элемент приклеивается отдельно. На одно пуговичное полотно у девушки уходит около недели работы. Меня заинтересовал мой любимый педагог. Я ему очень горжусь. Клеим мы это все на акриловый клей. Пуговицы берем у бабушек, покупаем. Рамки тоже покупаем или находим тоже так же у бабушек. Это очень развивает мелкую моторику, интересно. У меня тут все любимые работы, я их все делаю с душой, мне они очень нравятся. Множество работ было представлено на выставке декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Посетители смогли полюбоваться вязаными и вышитыми изделиями, поделками из бисера, теста, бумаги, ткани, природных материалов. Никого не оставили равнодушными пейзажи, натюрморты, портреты, выполненные юными художниками. Это дает возможность проявить себя в чем-то. Вы же вот смотрели работы, да? Они же как бы совсем неординарные. Тот же мальчик, который из часовых механизмов что-то делает. Девочка, которая рисует круги, а потом из этих кругов создает какие-то картины. Но я вообще первый раз сегодня с этим столкнулся. И, видимо, вот мировоззрение таких людей, оно дает такой, ну, скажем, наверное, нестандартное видение искусства, культуры. Продолжился фестиваль выступлением участников в номинации «Концертная программа». Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу» прошел в Самаре уже в 24 раз. За это время в нем приняли участие 23 тысячи человек и более 1500 стали лауреатами фестиваля. В этом году было подано 840 заявок. Все участники получили благодарственные письма от администрации Самары. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Можно ли не предъявлять студенческий билет, если у тебя есть карта жителя? Ответ на этот вопрос публикует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. В регионе в начале учебного года расширили возможности карты жителя и сделали на ее базе сервисы для студентов. Теперь по картам они смогут проходить в ВУЗ, получать скидку или кэшбэк за питание, посещать врача. Ее можно использовать и как читательский билет, и как транспортную карту со скидкой. С водительским и кондукторским составом проведен инструктаж. Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства проводит набор слушателей на обучение в школе садоводов. Она будет функционировать с декабря по март в Самаре, Тольятти, Жигулевске и в Новокуйбышевске. Ежемесячно по выходным дням будут проходить встречи с региональными учеными-селекционерами, где они поделятся со слушателями своими открытиями в области селекции и семеноводства, а также с представителями различных служб и ведомств, которые помогут наладить работу садоводческих некоммерческих товариществ. Участие бесплатное. Первое занятие пройдет в Самарском выставочном центре 3 декабря. Записаться можно по телефону, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Продолжается реализация программы газификации регионов, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. Газовики рассказали жителям о том, как принять участие в программе бесплатной газификации и о возможности заключить комплексный договор с газораспределительной организацией на выполнение работ внутри границ домовладения и установку газового оборудования. В следующем году планируется строительство распределительного газопровода, которая создаст техническую возможность для газификации 17 домовладений. Такие встречи позволяют помочь людям подать заявку на догазификацию и разъяснить все детали программы. Подобные выездные мероприятия проводятся по всей Самарской области. 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных, сообщает телеграм-канал администрации Октябрьского района. Праздник служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, верят ли наши респонденты в мистику. 46% опрошенных ответили, что не верят. 37% респондентов сообщили, что верят, поскольку потустороннее притягивает. 15% рассказали, что верят и их это пугает.
На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!